А вы знали, что верными бывают не только собаки, но и кошки? И сейчас я расскажу вам историю, которая является доказательством моих слов. Жители Златоуста 1,5 года наблюдали за местным котом Хатика. Рыжий кот жил на пепелище дома и ждал хозяев, которые скончались при пожаре. Соседи помогали бедолаге, они подкармливали его, сделали ему даже небольшой домик из фанеры, чтобы хвостатый мог укрыться от ветра. Однако никто не хотел приютить бедного питомца, у всех были свои кошки. Помочь коту взялась волонтер. Она забрала кота, определила в клинику и сейчас ищет для него новую семью. Рыжик жил в большой семье. Его хозяйку звали Наталья. У нее было 3 детей. В день трагедии Наталья была дома со старшей дочкой. Дом вспыхнул ночью. По словам соседей, хозяйки даже не успели проснуться. Младшенькие были тогда у родственников. Они сейчас в доме малютки. Рыжик чудом спасся из огня. Хвостатый пережил серьезный стресс. Но он не убежал, а поселился на пепелище и стал преданно ждать возвращения своей семьи. Соседи видели, как Рыжик каждый день выходил на дорогу, по которой старшая дочь возвращалась со школы и ждал. Когда он видел школьников, он подбегал к ним и мяукал. Скорее всего, он искал среди них свою хозяйку. Первым делом волонтер понесла Рыжика в ветклинику. От того, что он жил на улице, у него появилось немало болячек. Были сильно воспалены глаза и уши. Сейчас Рыжик находится на стационарном лечении. Пока он лечится, Светлана ищет для него новый дом. Было написано объявление о поиске хозяев. За несколько дней его посмотрели почти 10 тысяч человек. Затем новость о Хатике из Златоуста молниеносно разлетелась в СМИ. У волонтера разрывался телефон. Желающих забрать Рыжика оказалось очень много. Звонили каждый день чуть ли не со всех городов. Москва, Питер, Тамбов, Екатеринбург, Тюмень и другие. Люди даже угрожали, когда слышали в ответ, что кот им не достанется. Рыжика готовы были принять все приюты области. Но раз такое большое количество желающих, волонтер не хотела отдавать его в приют. Она хотела пристроить его в семью. По ее словам, спрос на Рыжика быстро утихнет. Просто есть люди, которые прочли его историю, прониклись и на эмоциях хотели забрать его к себе. Но когда их чувства поутихнут, они уже не позвонят. Волонтер ищет для этого парня обычную семью, которая действительно подарит ему заботу и любовь. Ведь Рыжик уже достаточно настрадался. Мы будем надеяться, что сердце подскажет волонтеру, кого выбрать. Спасибо большое вам за просмотр, за то, что уделили нам внимание. До скорой встречи!